Ой. Ага, це у нас є пряма трансляція ще. Михайло Добкін дає прес-конференцію у Донецьку. Много хороших і славних дел було зроблено в нашій країні за 23 роки. Много вопросов важных было решено, но не решили главного. Не решили того, что могло раз и навсегда закопать топор войны, который периодически с помощью нечестных и неправильных политиков достается и служит раздором между людьми, живущими на востоке и на западе, на севере и на юге. Я не думаю, что сегодня воинствующая риторика, призывы к радикальным действиям являются главным рецептом наведения порядка в Украине. Я не думаю, что сегодня путем агрессии по отношению к нашим соседям можно...